Ты один? Почему еле ходишь уже? А? Ром? Игорь, почему ты еле ходишь? Она один, да? Ну, сюда ходим. Вот, психолог. Игорь, ты с какого дня рождения? Гена вывел. У меня 10 апреля. Где число? Месяц? 10 апреля. Вот. 79. 79. А Ольга была какого дня рождения? Какого? Какая Ольга? Ну, которая тебе дала. На матрасе спала. Она как будто тебе приговорила, блядь. Ой, да Ольга маленькая. А, понял, про какую-то. Ты вообще себя сдал после нее. Чего? Она спала там на матрасе вот в сарае. Да с Толиком она спала. Это Толик. Его сейчас нету вообще. Он живой, Толик? Нет. Может, магазин какой открылся? А, там же что-то. Шаурма какая-то должна. Игорь, просто ужасно. Как будто Ольга тебя приговорила к смерти. Я с ней не жил. Ну ты с ней баловал, с ним целовал? Нет, даже нет. Даже не целовал. У Шамара сегодня день рождения. Сегодня день рождения. У Шамара сегодня день рождения. Что ты ему подаришь? Я ничего. Почему? А пиздюлей можешь дать ему хороший? Вот этого кто сделал, не знаешь? Давай сюда. Здесь мы убираем в подъезд. Нет, сюда выкинем. Не, ну вот здесь вот. А ну. Не знаю. Шамара вообще любишь или нет? Что он? Как его любите? Что? Ну он все-таки экстрасенс. Что? Экстрасенс. Я тоже экстрасенс. Нет, ты МВД, товарищ. Белорусская суперспродажа, белорусская одежда. Котам отнесу, не знаю. Суп котам отнесу. А? Не пойду, суп котам отнесу. Он же говорил, что он же стал в 10. Как ты уже, ты пенсии добиться или нет? Да не просто. Ну, 10 показывает. Ой, караул какой, как ты уживаешь, Игорь? Так. А? Так и живу. Кто-то нет. Помогает или нет? Он же не один живет. Ты же не один. С мамкой, с мамой. А, с мамкой? С матери, племянницей. Ну это уже ну, хорошо, а я думал, ты один. Ну не, я один. Это караул. Курить больше нет? Ну, еще нет. Все, не было. Понятно. Зима еще. А он будет входить или нет? Он будет входить? Или не будет? Шамар, у него сегодня целый праздник. У него задумана сегодня жертва, кто помрет. Это очередная жертва в году. Прошлый год помер человек. Позапрошлый год помер. Тетеря. Левча позапрошлый год помер. Каждый год у него помирает один человек. Какой Левчук? Ну, этот Левчук. Так что у него не просто день рождения. У него целая жертва. Ну что, ты пойдешь? Ты куда? Идешь к нему? К нему, да. Ну, 10 часов заходи. Ну, он сказал, 10 часов. Смотри, Сергей, проходи. Можно я чуть-чуть отобью? А, понял. Ого! Он ну, сказал... Люди набрал, конечно. В 10, а 10. Короче, пошел я домой. Да. Ты пошел, Леш, да? Антон Геннадьевич, да? А он не уходит. Ну, постучись. Может... Подожди, Леш, секунду. А? Не знаю. Сильно продуманный шамар и сильно хитро. Ой-ой-ой. А в том году тут человек 25 собрался. Помирали, блядь. Каждый год.